Сегодня к нам на осмотр поступил фронтальный погрузчик с пробегом 2013 года SDLG-936L. Предлагаю более тщательно ознакомиться с машиной. Первым делом мы смотрим на табличку фронтального погрузчика. Нас больше интересует модель LG936L, год выпуска и серийный номер, хотя бы последние 5 цифр. При покупке фронтального погрузчика следует обратить внимание на его составные части. Это двигатель, коробка передач, ходовая часть, которая включает в себя передний и задний мост, рулевое управление, рабочее оборудование и непосредственно ковш. При визуальном осмотре двигателя внутреннего сгорания мы можем определить наличие утечек масла, топлива, состояние приводных ремней генератора, компрессора, наличие поддува воздуха выхлопных газов из турбины. При более детальном осмотре двигателя нужно смотреть давление масла на панели приборов и также его просадку при максимальной нагрузке. При осмотре данного двигателя утечек масла и топлива не наблюдается. Ремни приводные в нормальном состоянии. Люфта водяной помпы тоже не ощущается. При запуске двигателя следует обратить внимание на дымность, а также при увеличении нагрузки дымность должна проявляться на пару секунд, потом должна исчезать. С этой стороны двигателя мы видим, что стартер совершенно новый, недавно поменен. Фильтры либо они протертые, либо они тоже недавно менены, как топливные, так и масляные. Также с кондиционера сняты приводные ремни. Кондиционер у нас, значит, пока не работает, а на улице лето. Заводим. При запуске двигателя был виден небольшой дымок. Сейчас на холостых оборотах выхлоп чистый. Попрошу коллегу дать немножко газу, посмотреть, будет ли дымность. Ну вот, в принципе, мы видим, дымность все-таки излишняя, пахнет горелым маслом. Это говорит о том, что двигатель употребляет много масла. Возможно, залегли или износились масляные кольца поршневые. Но топливная аппаратура, в принципе, неплохая, потому что при увеличении оборотов, соответственно, и нагрузки, сначала двигатель, как и положено, дает некую дымность, а потом переходит на чистый выхлоп. Теперь попросим заглушить двигатель. Артем, глуши. Двигатель не глохнет. Пойдемте посмотрим, с чем это может быть связано. Вот тросик, который отвечает за глушение двигателя. Он обломан. Нам пришлось заглушить двигатель вручную, используя управление ТНВД. Вот уже некий минус. Нужно менять тросик глушения двигателя. Вот мы запустили двигатель и слышим посторонний шум, который исходит из коробки перемены передач. Вы, наверное, слышите. При возникновении этого шума также трясутся шланги, которые подают гидравлическую жидкость на рабочее оборудование. Скорее всего, здесь проблема с приводом насосов главных гидравлических. Это уже требует дополнительного разбора коробки передач для того, чтобы поменять, скорее всего, подшипники, валы, либо звездочки на приводе насосов. Как мы с вами уже отметили, шум в коробке передач свидетельствует о том, что
Ее нужно для начала демонтировать, чтобы произвести частичную либо полную разборку. Это уже дополнительный немалый капитал вложений, потому что, чтобы демонтировать коробку, нужно снять кабину, произвести отсоединение силового агрегата от КПП, использовать какое-то грузоподъемное устройство и, соответственно, квалифицированного персонала, который может разобрать коробку передач и собрать ее в правильном положении. После разборки коробки передач мы можем ее дефектовать, составить дефектную ведомость и тогда уже определить, какой объем ремонта и сколько он будет стоить. Далее осматриваем ходовую часть. Немалую стоимость имеют колеса. Обрати внимание на износ и на производителя. Здесь мы видим левое переднее колесо, износ небольшой, фирмы Nortec. На той же стороне левое заднее, иной производитель, износ значительный. Перейдем на другую сторону. Правое заднее по износу и по фирме такое же, как и левое переднее, а правое имеет такой же большой износ и такую же фирму, как и левые задние. Обратите внимание, кто-то решил сэкономить на колесах и поставил одно новое колесо на задний мост и одно колесо на передний мост, для того, чтобы машина могла грести и задним мостом, и передним. И чтобы у нее не было сноса влево либо вправо, сделал это по диагонали. За рулем погрузчика на панели прибора мы можем увидеть следующие данные. Счетчик моточасов показывает 542 моточаса. Как правило, счетчики моточасов на SDLG обнуляются при 10 тысяч моточасах. Это нам может говорить о том, что наступил как минимум второй круг. Далее мы видим давление воздуха в тормозной системе порядка 6 бар. Это норма. Далее давление коробки передач, а именно давление переключения скоростей, порядка 7,5 бар. Этого недостаточно. Будем отдельно замерять давление своим манометром в коробке передач. Также видим температуру охлаждающей жидкости двигателя. Делаем заключение, что указатель у нас рабочий, а также указатель температуры АГПП. Ну, коробка у нас холодная. Также видим, что менее 500 оборотов в минуту у нас на тахометре. Требуется регулировка ТНВД. Положено 800 плюс-минус 50. Также мы видим, что машина оснащена джойстиком управления рабочим оборудованием. Это приятная дополнительная опция для оператора. Сейчас мы будем вращать руль и смотреть, как реагирует на это движение погрузчик. Руль должен крутиться совершенно легко. Погрузчик должен плавно складываться как в одну, так и в другую сторону. Вопросов к рулевому управлению у меня не возникло. Владелец техники нам сообщил, что рабочее оборудование на этом погрузчике не работает. Поэтому мы не сможем его проверить. Но сделаем осмотр на наличие утечки гидравлического масла из головок цилиндров. На ковшевом не обнаружено. На стреловых тоже потеков нам не видно. Осталось проверить сочленение рабочего оборудования. Но мы это сделать тоже не можем, потому что рабочее оборудование не работает. Рабочее оборудование у нас не поднимает стрелу и не вращает ковш. С чем это может быть связано? Возможно, недостаточное давление в главной магистрали, либо неисправен насос, либо неисправен главный предохранительный клапан на гидрораспределителе. Возможно, неисправны джойстики, либо пилотные линии. Для более точной диагностики нам нужно устранить причину, а именно привод в главном гидравлическом насосе, который установлен на коробке передач. Только после диагностики и устранения неисправности коробки передач, а именно приводе главного насоса, мы сможем продолжить диагностику гидравлики и узнать и устранить причину.
Если бы у нас работало рабочее оборудование, мы бы смогли протестировать люфт сочленений передней и задней рамы фронтального погрузчика. Если отжаться погрузчиком на ковше и делать манипуляции влево-вправо рулем, вот эта передняя часть относительно задней будет смещаться при наличии серьезного люфта, и мы это будем видеть. Это говорит о том, что требуется ремонт сочленений как переднего, как верхнего, так и заднего. Сейчас мы посмотрим совмещенный люфт в кардане и в переднем, и в заднем мосту. Для этого попробуем двигаться на тормозах вперед, а потом переключаться сразу назад. Люфт в пределах нормы. Также обратим внимание, что ручник у нас не работает. Видите? Машина заглушена. Большой люфт. Сейчас мы посмотрим люфт в шарнирных сочленениях гидроцилиндров поворота. Посмотрим, как будет вращаться головка штока относительно проушины задней рамы. Как мы видели, радиальный люфт порядка 2 мм. Это повод задуматься о замене шарниров на рулевом гидроцилиндре. Поскольку мы с вами видели на панели приборов отклонение в давлении в коробке передач, и у нас с собой есть манометр, попробуем сами замерить давление. Блок управления коробки передач находится с этой стороны. Вот лючок, сейчас мы его отключим и подключим манометр. Здесь мы видим блок управления коробкой передач, датчик давления заднего хода, а там датчик давления переключения передач. Мы подключили манометр наш вместо датчика давления штатного. Сейчас запускаем двигатель и смотрим. Манометр показывает давление 12,5 бар. При положенном давлении от 11 до 15 бар. Указатель на панели приборов показывал нам порядка 7 бар. Соответственно, делаем вывод, что он показывает неверно. Подключили манометр к системе смазки двигателя. На холостых оборотах давление должно быть не менее 1 бара, на максимальных не более 6. Заводим. Холостые обороты, давление 3,5 бара, это очень хорошо, теперь увеличим обороты. Пять с половиной бар, как по книжке. Как мы видели, на холостых давление было порядка 3,5 бар, на повышенных оборотах 5,5, как по книжке. Редукционный клапан исправен, смазочные каналы тоже вполне. Ковш имеет незначительный износ. Видно, на него установлена режущая кромка, нестандартная, но удлиненная, а также усилена наваренной арматурой. Тормозные диски и тормозные колодки в пределах допуска износа еще нам послужат. Обратим внимание на аккумуляторные батареи. Здесь есть две, 24 вольта. Так, аккумулятор меньшей емкости. Сейчас у нас начало лета, особых проблем это у нас не вызовет, но зимой возникнет вопрос о покупке штатной емкости. Второй аккумулятор, такой же, как и первый, небольшая емкость в ампер-часах.
Также обращаю внимание, что наличие окислов присутствует от электролита. О чем нам это может говорить? Наличие пленки электролитов дает саморазряд аккумулятору. Вполне возможно, что он уже значительно подсажен. Летом это может не выдавать проблем, но к зиме нужно будет задуматься о приобретении нового аккумулятора и большей емкости. Если мы примем решение приобретать вот этот фронтальный погрузчик, то нас ждет ремонт коробки передач. После этого ремонта у нас, скорее всего, заработает рабочее оборудование, и мы можем дальше продиагностировать рабочее оборудование, а также нагрузить двигатель и посмотреть его режимы работы, сделав дальнейшую диагностику. Также нужно озаботиться о приобретении еще двух шин, а также двух аккумуляторных батарей на зиму. В нашей компании «Русбизнесавто» есть услуга выездной диагностики строительной дорожной техники. С нашими специалистами вы можете выехать на объект и осмотреть строительно-дорожную технику на предмет технического состояния и неисправностей.